Уважаемые коллеги, давайте быстро прям проведем нашу беседу в течение 20 минут, 30. Начнем работать. Еще не все, наверное, забыли слова президента, еще раз подчеркиваю, которые касаются того, что он сказал, что труд врачей, медсестер, труд водителей скорой помощи, младшего персонала, за вклад борьбы с этой коронавирусной инфекцией должен быть оплачен. Персональная ответственность была возложена на Министерство здравоохранения и в том числе на главных врачей. Я прошу, как настольную книгу, вот передо мной лежат два постановления, 484-е правительство и 418-е, знать наизусть. Сейчас попрошу кого-нибудь встать и сказать, что в них написано. Потому что у меня складывается впечатление такое, что читать иногда кто-то забывает. Ни один работник не должен остаться без выплат. Допуская некоторые перекосы в связи с сложностью больших расстояний, территорий, забывчивости уберу из этого слова, некоторых человеческих факторов, но не допуская, что кто-то будет забыт. Или кому-то доплачивать. До этого создана была прямая линия, до этого к вам обратились, чтобы эта прямая линия была на каждой кассе, везде, где работают люди, чтобы они могли обратиться. Не в смысле того, чтобы вас наказать, или кого-то там высказать что-то, а в смысле того, чтобы деньги дошли персонально, до каждого, кто участие принимает. Согласен, что много вопросов. Есть вопросы размытые трактовки, но они будут регулироваться. Люди будут получать ответы. Поэтому я прям призываю вас после сегодняшней конференции собрать коллективы и сказать, что выплаты часть получили, часть получат сегодня уже с мартовскими. И мартовские будут выплачиваться, 18-го вам поступит по вашим заявкам. Это уже авансы, мы пойдем дальше, мы не будем ждать, пока вы получите зарплату. Мы вам вперед переведем деньги, которые вы рассчитаете и заявите по прогнозу. Для того, чтобы быстрее получили люди, которые работают. Сообщайте об этом людям. Если я кого-то, будь кто по линии звоните, я услышу, что главный врач с нами не встречался или нам ничего не говорил. Значит, главный врач просто не хочет работать с главным врачом. Это вы не хотите, это не я не хочу, чтобы вы работали. По короткой вот этой вот моей фразе есть здесь вопросы у кого-то?